Приветствую вас на канале Asmodee Play. Играем мы в Call of Duty 3. Ну и... Французы перехватили сообщение об отправленном в Британию подозрительном грузе. Мы опознали судно? Груз был утащен. Звонок поступил с номера во фрегата Industries. Поднимите Ми-5 и сообщите им о непосредственной угрозе. Джентльмены, что нам известно? Ничего конкретного. Особый отдел работает, но мы советуем поручить САС работу с угрозами первого уровня. Соединитесь с Херрифордом. Мэм, насколько я понимаю, неизвестные лица ожидают посылку. Передаем вам возможное местоположение врага. А что тут? Несколько точек? Никакой информации о самом грузе у нас нет. Принято. Моя команда уже готовится. Мы будем на месте в течение часа. Не волнуйтесь, чтобы они не задумали, мы этого не допустим. Ой, да кто бы говорил? Они вас что, ждать будут? Допустите в это, не допустите. Не прислоняться. Окрашено. Сержант Маркус Берн. База, мы в пути. Видимость хорошая. Ой, вспомнил. Грузовики с надписью «Всемирная благотворительность». Полагаем, они являются нашей целью. Интересная миссия, да. Грузовики покидают доки. Оки-доки. Наш источник сообщил, что именно они везут. По данным разведки, груз прибыл из-за границы. От наших целей особой важности. Внимание, один из грузовиков все еще в доках. Почему бы не вызвать сюда спектр, не потопить все это к чертовой матери? Это слишком важно, Браво-6. Вертолеты обеспечат прикрытие с воздуха. Давайте просто разберемся с этим делом. ИК-датчик обнаружил источники тепла в районе складов. Прежде чем заняться грузовиком, мы должны очистить эти здания. Моя команда берет первый склад. Браво-9 займется. Давайте. Высадка. Мы готовы приступить. Возможно, мы готовы. Я готов. Начать выполнение. Подожди. Ладно, друг, перед нами склад. Вот он. Первые два здесь он должен быть. Или первый. Это должен быть мой был. Команда 2, входим. Постарайся не разбудить их. Что такое у тебя было? О. Браво 9, у вас двое за дверью. Принято. Потом будет уже. Чисто. Снять их. Блин. Никого убить не дают. По моей команде. В проходе все чисто. Да где вы? Хорошо. Режь. В комнате чисто. Наверх по лестнице. Аккуратней, аккуратней. Сюда. В комнате чисто. Бен, зайди вперед. Почему он нас ждал, что ли, или что? Нормально. Давай. Хорошо. Давай. Кончилась тихая операция. Туда это лазеры наши нету. Тихо. Сюда. Еще немножко. Еще чуть-чуть, подождите. Это что, можно, да, пополнить запас? Браво 6, Сьерра 1. У вас все чисто. Отлично, установить периметр. Бернс, открой дверь. Блин. Вот, с глушителем. Ну, это тоже с глушителем. Ну, только... Конечно, лучше вот так вот. Давай. Открываем. Что с остальными? Ничего нет. Обманка. Подождите.
наверху разобрались? Или мне все придется делать опять? Все на мои хрупкие плечи. Ну, вот так, вот так вот. Вон они. Ничего, сейчас мы придем. Ой. Ой-ой-ой. Где они там? Строители. Видел? Как я усиленно вам помогаю. Давай, сейчас нам надо в подземелье бежать, да, вроде? Тихо, тихо, тихо. Давай, давай. Кто там еще бегает, суетово? Блин. Они подавили меня так-то. Давайте, 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 ребятки. Вот, в метро нам надо. Конечно, выйдет. Тихо, тихо. Давай, почему я мог бы за руль сесть? Давай. Держусь. А, сейчас стрелять надо будет по ним. И... Блин, по одному так снимать. Ну это лучше, чем никого вообще. Кто там? Давай. Думаете, мне патронов на вас жалко, да вот ошибаешься. Паника! Ладно, не буду вас убивать, вы-то тут ни при чем. Вы даже не в курсе происходящего-то. Живете там в своем мире. Опаньки. Ну, не может, я могу. Да. Видишь, так убивай водителя. Вот так. О, и в нас ни один осколок не прилетел. И ничего не рухнуло там за нами. Все снес. По идее, там такие разрушения должны быть катастрофические. Мама не горюй. Приходи к ума любоваться там. За год не разгребсти нахрен. То, что там обрушится все это. Это же целая система подземная там была развалена. Ну. Браво 6, прием. Браво 6, вы меня слышите? Слышу, слышу. Берц, ты
О! Еще наш. Давай. Оружие мне дай. Поднимайтесь наверх, чтобы встретиться с Браво 2. Вас понял. Давай, Бернс. Кажется, теперь мы одни. Блин. Принято, Браво 6. Команды в пути. Расчетное время прибытия 10 минут. Еще? Ага. Да я... Подожди. Ответочку им кину. Давай, давай, давай. Куда ты попал? Пушбан. На. Да подожди, ты цель на 11. Все? Что за метро-то? Впервые такое вижу метро, конечно. Которая, блин. Ну, граната и граната. У нас вроде тоже гранаты есть. Вот так вот, здорово, да? Что, они сразу не идут? Ой-ой-ой. Давай, что ты сможешь сделать там? Проколупаем еще одну дырку в заднице. Вот так. Ну, неудачно помираю, что теперь? Позор еще одну. Не убежал. Почему? А если я хочу? Правильно, когда я уже всех перебил нахуй. О, Биг Бен. Лондон. Ну, кстати, красиво сделано, красиво. Я, конечно, там не был ни разу, но красиво. Мне нравится. Мост, Биг Бен. Так, перекрыли. Давай. Дайте я открою. Я же должен открыть, да, дверь? Никто больше не может. База, грузовик подбит. С нами все в порядке. Да, господи, за вами, за вас никто не беспокоился. База, где грузовики? Так. Отпуск семьи Робинсон. Чуть не пришел Робинзон. Итак, вот это с другой камеры. Как видели, это гражданские. Господи, жалко, девчушка это видела. Хоть она и компьютерная, но детям нельзя такое видеть. Они вообще не должны этого видеть. Такое печальное детство у них сейчас будет. Так. Дай-ка я поближе подойду к вам. Дойду я. Посмотрите, вот он, грузовичок этот едет. Ой. Ой-ой-ой. Видели? Уже выбежал. Оу. Она умерла, да? Блин, это печально. Мы такое не одобряем.
22 по Гринвичу по всей Европе прокатилась волна химических атак. Повторяю, Даунинг-стрит находится в радиусе заражения. Отбой! Это называют ужаснейшим терактом в истории. Это штаб Гиган! Мои люди мертвы или при смерти! Говорит Рамштайн, нас атакуют! Принято. Рамштайн? Мы газовой атаки и направили к вам войска химзащиты. Германия. Это не газ! Нас атакуют сухопутные войска русских! Повторите, Рамштайн, какие русские? Русская армия! Требую подкрепления немедленно! Свидетели сообщают о русских танках на Елисейских полях. Это был не теракт. Целью атак была нейтрализация нашей обороны и подготовка вторжения. Надо врезать им сейчас всем, что у нас есть. Сэр, мы потеряли связь с представительством в Гамбурге. Почему так каких-то зверей делают из России? Хоть это игра, вымысел, конечно, но все равно как-то не очень. Вице-президент. Как это? Ну, выдумка. Могли бы придуманную страну какую-то, не знаю, сделать. Важная персона 6 октября. Или они хотят основывать на реалиях мира, существующие страны, как бы вписать в игры. Ну подбит, падает, черт, вон подберут, тебя там кто-то плавает. Ой-ой-ой, спасательные вертолеты. Уже не спасательные. Самолеты плывут, самолеты плывут, пароходы. А там мальчиш успевает только. Какие у меня есть? О, я даже не знаю, в кого мне тут стрелять. Это наша же, да? Наша. Так, нам надо что захватить? Штурм берега. Все в кораллах. Давай. Надо найти его и проводить тебя домой. Куда? Туда я не смогу, только вот сюда. Выпускаю дым. Рена 2, двигаюсь. Вот черт, нас пиномета прижали. Нам нужно, чтобы вы прочитали путь впереди. Убедитесь, что вы можете двигаться. Все нормально, Рена 1, мы пойдем сюда. Расчистим вам дорогу. Давайте. Это Рена 3, мы в пути. Блин, граната, ну видел же, видел. Видел же граната. Ну так, ладно. А зачем вы выпустили дым? Чтобы я их не видел? Блин, вот ты нахрена дым выпустил? Я же ни хрена не вижу за тебя. Вот я сейчас буду ждать, пока он не пройдет. Вот так вот. Расчистил. Чистильщик нашелся. А что мне? Либо туда, куда мне? Что-то я не совсем догоняю. Ага, все, понял, куда мне. Так. Гранатомет, правда, мне пока не знаю для чего. Спокойно, все взорвались. Давай. Вот, наверное, для этих вот. Это мое, нет? Это наше. Блин, на вас только потратил. Где тут автомат был? Вы с чем стреляли-то? Вот так. Вперед.
Не тормозим. Вперед, вперед! Да это я сказал, вперед, вперед. Кто там еще остался? Тихо, 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 вперед. Не надо давать им подходить. Вот так вот. Блин. Как же мне пронесло. Кто-то хреначит из большого и крупного. Блин. И этот меня там прикладом добивает. Прибежал. На запах крови, блин. Где ты? Вот так я вам помог. Давай, 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 подожди. Перебежим. Что тут, все? Подожди. Ползком, но мы сделаем. Куда вы? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кончается, да? Кончаются припасы, и кончилась жизнь. Убила гранатой. Ну там вроде гранату я не видел. Ну ладно. Там врать не будут. Чай не бухгалтерия. Так что. Так. Еще разок. Выснулся. Минутку, 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 подожди. Перебил. Ай-яй-яй. О, патроны с какого-то повысил, но приобрел. Еще, 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 еще. Вот так. Посолили. Давай. Добежим. На. Фух, передыхаем. Вдохнули, выдохнули, в бой. Опять бежим по окружности. Нате. Я даже не знаю, попал ли, не попал ли. Ага, все понятно, автоматически тут подзаправляется. Ну и что, вот он я здесь. Ничего, тебя охранять что ли, оберегать? Собраться. Давай, я тут. Ну. Чё мне надо-то? Заряжаю!
Пойдем, пойдем. Я тогда буду сейчас рулить, воевать. Не. Где? Давай. Куда вы меня? Я же сбил вертолет. Даже два вертолета. Ага, это наш. Где? Все вроде бы. Это наш. Давай. Наши вертолеты. Обосрались, конечно, обосрались. Бам. Бам, хана здесь. Да. Бум. Как вам, нормально живется? Блин, я что, потолок что ли шкрябает? Бам! Вот такой я негодяй. Если кто-нибудь там ранен был, то он уже не будет таким, когда мы уедем. Не хватило, да? Давай. Давай, куда вы там прячетесь? Она же сейчас взорвется. На. На. Ну ладно, пойдем другим путем. Вот он для чего люк-то нужен в танке, по идее. Давай. Я теперь так гадов буду долбить. Да, все нормально. Конечно. Так. Высадиться. Кто меня там сзади долбили, что ли? Бум. Где-то взорвет. Давай еще сюда. Взорвалось. Бывает такое, когда машина горит. Витал 01. Судя по инфракрасным датчикам, колонна в 500 метрах от вас. Доберитесь туда побыстрее и займите периметр. Кто еще? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подождите, подождите, не спешите. Выдвигаемся. Я уже выдвинулся. А вы как? Так. А куда вот ты? Война идет, он, блин, скачет как козел туда-сюда. На. Бум.
Кто там остался? В домах прячетесь, падлы. Ну ничего, мы вас всех достанем. Кидай. Чё ты не смог одолеть? Вот так вот. Вот так, вот так, вот так, вот так. Еще кто тут? Кстати, я в дом-то правильно зашел. Че, покуда выйти-то можно было? Бежим! Давай. Вот так вот. Подожди. Подождем. Куда, куда? На. Так, нормально? Вау, вау! Колонна где-то рядом. Где она рядом-то? Да-да. Что-то делать. Давай, давай. Блин, яма такая. Кто-то есть? А где что-то есть? Делегатов. Вон они. Тени. Да. А вы-то что не стреляли-то? Нифига не понял. Еще и казнить хотели. Вот засранцы-то. Давай. Человек, конечно, он на какого счета может быть. Все-таки я же за дело брался. Так. Блин, вот этот значок мне... С черепом как-то немножко напрягает. Ну зачем череп? Что за символ смерти? Штаб, на линии человек с информацией о химических атаках. Хочет говорить с вами. Назовите себя. Мак, это Джон. За эту неделю на монументе появилось много новых имен, приятель. Это был Макар. Ублюдок ускользнул из моих рук в Сьерра-Леоне. Что известно МИ-6? Джон, ты во всех черных списках. Я не смогу пробить тебе разрешение. Не надо мне этого. За тобой должок еще с Припяти, пора возвращать. Полегче, сынок. Хорошо. Мы отследили перемещение судна с грузом до базы Босасо, Сомали. За главного там урод по имени Барабе. У меня здесь дел по горло. Барабе. Полагайся только на себя. Доброй охоты. Ну, зверь-то какой. Какая там охрана? Второй сорт. Территорию охраняют местные головорезы. Мы будем торчать там, как чири на заднице, а скрытности речи не идет. Тогда просто постучим в парадный вход. Скажите Николаю, пусть готовят людей.
если поторопимся, успеем зацепить фарамы, пока не слинял. Песчаная буря быстро приближается. Другого шанса не будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мы просто таки ворвемся, я так понимаю, в город. Пока буря нас не одолела. Куда? Мне, блин. Вот так. Куда тут? Куда? Насколько надо быстро? Давай, давай, давай. Вау. Юрий, управление на тебе. Открывай. Да. Пятеро готовы. Надеюсь, удачи мне хватит. Подтверждаю. Давай. Вот так вот. Еще немножко. Давай. Где ты, Вася? Ну пойдем. Подожди минутку. Сейчас еще разок. Вы все так любите там подыхать на вот этом монументе. Подожди. Ой-ой-ой-ой. Тут оказывается два пути, да? Какое? Ну-ка давайте-ка еще раз. Что-то вас слишком много тут. Есть попадание. Они все лучше пристреливаются. Хорошая работа. Техника уничтожена. Техника уничтожена. Но главное, чтобы меня не уничтожили сейчас. Давай. Еще высунься. Нам нужен заградительный огонь, чтобы... Черт побери, пулеметы нас просто... Блин, вот они здесь черненькие. Везде зелененькие были, а тут черненькие. Ну-ка. Вот так вот возьмем. Ну это так, побочный эффект был. Команда Браво, прикройте тыл. Юрий, Соуп, надо найти гада. Ну давай, ищем. Я на всякий случай РПГ взял. Куда наверх? Сторонам проверяйте. Слева чисто. Враг впереди. Предположительно замечен арабы. Балкон второго этажа. Вас понял. Предположительно арабы. Второй этаж. Браво один, займите позицию. Они вон там. Я прикрою фланг. На втором этаже на подходе много врагов. Кабинет арабы прямо по курсу. Что за оружие? Бежим, бежим, бежим. Ай-яй-яй. Дверь в его кабинет. Так,
Конечно. Он всем нужен. Итак. Надеть противогазы. Блин, а я его тоже хотел ударить. Ага. Пожалуйста. Всем офицерам скажешь, отдам. Нашего Свистова звали Волк. С Макаровым мы не встречались. Ага. Париж. Он занимался поставкой в Париж. Людей живьем сжигал. Смысл ему маску. Правильно. Давай. Видим. Будем через 20 секунд. Сейчас поди оставят меня в этой пустыне. Вертолет собьют. Давай. Куда ты? Николай, план изменился. Двигайся к запасной площадке. Песчаная буря быстро приближается. Ой-ой-ой-ой-ой. Главное, будь там. Куда надо? Скажи, куда надо? Так, понятно, надо туда сваливать. Надо пробиться к запасной площадке, уже не началась буря, идем! Блин, только игра сохранилась и... Бам! Блин, да ты тварь такая. Ладно, сейчас я вас расхреначу двоих-то. Я для чего брал РПГ-то? Бам! Вот так. Еще. Куда, куда? Смогли его подбить? Смогли. Но я переживал за вас. Думал, вы совсем безнадежны. Ага, ага. Да наступаем. Подожди маленько. На. Кто там? Не успел, не смог. Не состоялся, да? А ты жопу подставил. Под выстрелом. Ну кто-то... Вот, кстати, они действительно так стреляют, не глядя никуда. Давай, давай, давай. Бежим, бежим, бежим. Но я их все равно убил. Проявил гуманность, так скажем. Подавил. Давайте, теперь вы. Вот так.
старался. Вы как так стреляете-то? Не знаете, что такое прицел? Выдали оружие и крутись как хочешь, не объяснили даже, как обращаться с ним. Тихо. Что, не получилось? Ага. Значит, все-таки правильно было. Сейчас свалимся всей толпой, давайте. А, надо спастись от него. Подождите. Минутку тогда. Опаньки. Я думал, он сам как-то должен там. Пойдем. Команда Эхо, Николай спит, а над нами песчаная буря. Нужна срочная эвакуация. Принято. Свяжемся с вами, как только обнаружим Николая. Кого вы сейчас хотите разглядывать-то здесь? Так и не собираемся. Своего носа не вижу. Враг прямо по курсу. Убрать их. Все чисто. Давай. Команда Эхо, доложите обстановку. Мы засекли вертолет Николая. Ой-ой-ой-ой. Да, конечно. Нахрен он нам нужен? Капитан Прайс, мы добрались до Николая, но попали под плотный... В пятером ради одного рисковать. Держитесь, вы почти на месте. Похоже, они направляются к Николаю. Все чисто. Конечно, чисто, я же постарался. Ты настоял. Ни хрена не делал, смотрел только. А, вот, видел. Стрелял. Давай. Че, мне его взять или че? Ой-ой-ой. По фонарикам стреляем. Подождите. Дайте вам. Пойдем, пойдем. Николай с нами. Направляемся к точке эвакуации. Блин, все-таки мы всей толпой. Подходим к точке эвакуации. Идем, идем. Идем зигом, идем загом. Господи, такой толпой, рискуем ради одного, даже не знаю, правильно это или нет, но это не, считаю, неправильно. Это ладно, если бы на успех был бы это обречены, а то фантастика такая. Ну пошли, сели, поехали. Так. Это солнце или что? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!